На конкурс дети читают стихи. Стихотворение Федора Михайловича Достоевского читает Сариева Юлдуз. 11 лет. Республика Татарстан. Тетюшский район. Село Алабердино. Крошку ангелов начальник, Бог на землю посылал. Как пойдешь ты через ельник, он с улыбкой сказал. Ёлку срубишь, и малютке, самый добрый на земле, самый ласковый и чуткой, дай, как память обо мне. Смутился ангел крошка. Ну кому же мне отдать? Как узнать, на поле света будет Божья благодать? Сам увидишь, что подсветил, небес другой пошел. Месяц стал уж, усветил, и в огромный город взял. Всё праздничной речи, все до счастья нас идет. Кинуть елочку на плечи, ангел с радостью идет. Посмотрите вот вы сами, там большое торжество. Елки светятся огнями, как бывает в Рождество. И из дома, в дом поспешно, ангел стал переходить, чтобы узнать, кому он должен свой клоши говорить. И прекрасно, и послушно, он много видел он детей. И при виде Божьей елки все забыть о мой с ней. Кто кричит, я елки стою, кто корит своего, не сравнится ты со мною, я добрее твоего. Нет, я елочки достойна, и достойнее других. Ангел слушает спокойно, сидит часто друг пред другом, каждый хвалит сам себя, на соперника с услугом или с завистью глядя. И на улицу вам гулять ангел вышел. Боже мой, научи, кому бы я мог дар отдать бесценный твой. И на улице встречает ангел крошку, он стоит, елку Божью отирает, и восторгом зой горит. Елка, елочка захлопала в ладоши, жаль, что я этой елочки недостоен. И она не для меня, но снеси ее сестренке, что лежит у нас больная. Сделай ей такую радость, что из елочки она, пусть не плачет напрасно, мальчик ангелу шепнул. И с улыбкой ангел ясный елку крошки потянул. И тогда каким-то чудом с неба звезды сорвались, и сверкая изумрудом, ветви елочки слились. Елка искрится и блещет, ей небесный символ дан, и восторженно трепещет изумленный мальчуган. И любовь, узнав такую, ангел тронет на слез, Богу весточку